Семеро смелых урайцы приняли участие в осеннем триатлоне. Местная студия фитнеса «Крылья», «Урай Мегаспорт» и отделение «Единой России» организовали уникальное для города событие – мультиспортивную гонку. Участники на велосипеде ехали 3 километра по растаявшему снегу, пробежали еще 2, а в качестве финального испытания окунулись в канду. К слову, температура воздуха в этот день составила примерно 4 градуса выше нуля. На испытание заявились всего 7 желающих, и все спортсмены преодолели испытание и просили организаторов в следующий раз увеличить дистанцию.